выходного денечка. Вы вновь на канале Мистер Кекс. Сегодня я буду готовить язык. Я очень люблю язык. Пускай он соляной, говяжий, очень люблю. И вот сегодня я для вас приготовлю, чтобы вы посмотрели, а мы попробовали и потом вам рассказали. Вот, 4 способа приготовления будет языка. Во-первых, это будет вареный. Во-вторых, это будет жареный на мангале. Третий, это будет копченый. И четвертый, самый сложный способ приготовления, это маринованный язык. Смотрим, я думаю, видео будет бомбовское, а вечером придут друзья, и мы будем это все пробовать. Приступим. В первую очередь нам нужно язык сварить. Варить мы его будем 2 часа. Вот. Для этого я уже помыл его предварительно, закладываем в кастрюльку и будем использовать часть специй. Специи понадобится лаврушечка, горошком перец и соль. Для этого пока хватит. Дальше маринация будет, дальше буду показывать все. Все, закладываем и вперед на 2 часа варить. Друзья, бульончик закипел. Вот сюда вот напоминаю, что нужно кипяченую воду погружать. Погружаем язычки один за одним. Прошло 2 часа. Сейчас буду снимать и холодную воду закладывать. Заранее охладил водичку. Сейчас я вот так вот открываю, наливаю. В морозильник добавим сахар. И выкладываем сюда язык, чтобы он полежал, остыл. И тогда почистим шкуру с него. Легко и просто. Лежит готов, остыл. Вот так берем ножичек, и теперь наша задача все вот эту вот чешую снять, верхний этот слой с язычка, почистить, так сказать, от корня язычка. Так и продолжаем чистить второй язычок, вот это вот все снимаем. Друзья, первые 3 язычка готовы. Вот самый долгий процесс, который будет из 4 языков, это маринованный. Так что мы его в первую очередь, не дожидаясь, пока почищу все, 3 штуки у меня готово, и нарезаем их. Кто как нарезает? Кто нарезает вдоль, кто соломкой. Нарезаем кусочками. И дальше покажу. Также нарезаем второй. О, ну, дай попробовать. Да возьми, пожалуйста, на. Первонаперво для маринации используем чесночок. Мы его и так вот сейчас мелко порежем. На один язычок нужно использовать примерно, ну так, большенькую, один зубочек чесночка. Все вываливаем сюда, все перемешиваем, и пока он постоит, мы сделаем маринад к нему. Значит, для маринада будем использовать 3 ложки оливкового масла, ложку уксуса, соль ложку, ложку соевого соуса и пол ложечки столовой сахара. Сахара чуть-чуть, немножко обязательно надо. И все, теперь тщательно перемешаем. Рассольчик готов, соус заливаем и все тщательно перемешаем. В эту смесь добавим еще зелень, петрушечки и укропчик. И поставим в холодильничек. Не меньше, чем на 4 часа нужно ставить его. Друзья, можно сказать, уже 2 вида языка у нас готово. Это отварной язык готов. И готов язык, который маринуется. Маринованный. Переходим к третьему виду языка. Это шашлык на мангале будет. То есть возьмем язык, порежем порционными кусочками, как на шампур.
Вот так. Добавлю лучок. Вот так выжму его, чтобы он дал сок. Добавлю соуса немного барбекю. Щепоточку соли. И граммулечку душистого перчика. Все, теперь тщательно все перемешаем. Немножечко утрамбуем и поставим на пару часов подмариноваться. Как раз к вечеру, чтобы мы его пожарили на углях. Отварной язык готов. Маринованный язык в холодильнике. Язык на мангале маринуется. И переходим к самому моему любимому языку. Это язык копченый. Будем коптить его в коптилочке на ольховых стружечках. Вот, сейчас все покажу. Вкладываю язычок опилочки. Вниз я уже засыпал. И загружаем. Вот так вот. И на плиту. Пока другие язычки маринуются, нарежем красиво отварной просто язычок вот такими дольками. Не, а лучше я вот так вот сделаю. Раз, и под кусочек один бокальчик холодного. Ваше здоровье, друзья! Надо подсолить немножечко, чтобы с пивом пошло язычок. Еще раз, за вас! Отварной язычок. Дым. Коптилочка стоит на огоньке. Залью гидрозатворчик. Первый дымок пойдет. Прикрутим газок. Ну все по порядочку. Первый дымочек пошел. Спускаем его, чтобы не было горечи. Вот так. Накрываем. И полчасика не заглядываем. Хочется заглянуть, что там происходит, а? Заглянем? Чуть попозже, правильно. Друзья, хочу все-таки заглянуть, что там происходит. Прошло 40 минут. Ух ты! Ну что, смотрим. Золотой цвет. В принципе, они у нас уже вареные были, так что я думаю, что можно доставать их уже. Вытаскиваю. Даем остыть, отдохнуть до прихода наших гостей. Огонек горит, угольки готовятся, а это значит, что я перехожу к последнему варианту приготовления языка, к четвертому. Это язык на мангале. Переходим к нанизыванию шашлычка, то есть наших языков. Вот так вот просто нанизываем, как шашлык обычный. Помидорчик между каждого кусочка. Даст сочность, кислинку свою. Ну и так вот. Загружаем шашлычок на угли. Следующее. И 10 минуточек буквально, потому что он уже вареный. Немножечко придадим ему
цвет и красоту. И все. Готов. Копченый. Готовим к накрытию стола. Вот так вот оформляем. Такой аромат идет, а? Ну и будем сейчас пробовать, кому какой понравится. Что, друзья, вот и готово. 4 вида языка. Это копченый язык, это вареный язык, это язык на мангале и язык маринованный. Будем пробовать сейчас и скажем, что вкуснее, кому что больше понравилось. Все, девочки, я угощаю вас вот этими вкусными блюдами. Давайте попробуйте и давайте скажете, кому что понравилось. Вареный, копченый, там шашлычок, маринованный, колокольчик, потому что последний звонок недавно был. На сухую? А вы знаете что? Мы же не на сухую будем. Вот, мы же не на сухую. Это раз, а еще второе. А второе. Что к языку нужно? Горчичка. Что? Горчица, правильно. Где? Сейчас я побежал за горчицей. Магазин. Тишка, девочки. Вот, берем. Чик. А я вам пока оформлю. Что, не видно? Да. Запах такой прям, не скажешь сильно. Дымом не пахнет. Прям как из магазина, Коля. Хочется же. Ну ничего, это же натуральные продукты. Мистер Кекс, ты самый лучший. Ты молодец, конечно. Очень. Пробуем, наслаждаемся, кушаем. Вкусно. А потом... Мистер Кекс, ты выбираешь. Ну давай. Золотой. Я думаю, что это, наверное, самый вкусный получился. За мистер Кекса. Ура, Наташа! Ура! На канал мистер Кекса достойная. Ну давай попробуй, что ты, и скажи, какой вкуснее. Так, ну, кусочки, наверное, вареные. Вот, ты отрезай, чтобы... Вот мы, допустим, поставили первое место, второе, третье, четвертое. Или наоборот. Я начал с четвертого места, да? Четвертого места. Саша, не бойся. Что скажет, на сухую не вкусный. Люся вообще, блядь, еле ее испанил. Ну, вчера, куда не пить.